говядиной, оливье, винегрет, на десерт халва, темный шоколад, ну и чаем, чтобы забить все эти дела. Всем привет, друзья! Приступим! Начнем с угла мяска. Горчички. Плов вообще огненный, люксовый. Это узбекская кухня. 200 рублей стоит такая тарелка с мясом. Не с этим вот. Видите, говядина. Сегодня приходите на пятничный стрим, а завтра на субботний. Мясо, да. Карбонат, свинина. Сюда. Копченая, вареная. Надя, что опять забыл? Перцем посыпать. Черным, блин. Все, ветер на улице. В принципе, тепло. Сильный ветер. Хотя не холодный ветер, но сильный. Бомбина. Этот плов из узбекской кухни. Это самый вкусный плов на сегодняшний момент, который я пробовал. Если сравнивать во всех столовых, там в кулинариях брал, то это лучший. Люксовый.
Да и по цене нормально. 200 рублей такая тарелка. Лаймеврица. Попробуешь? Мяская говядина. Попробуй. Ест. Там еще есть манты, шашлык. Узбекская кухня. Шурпа, что такое? Готовят узбеки, ну я так думаю. Это у них открытая кухня такая. Диванчики, столики есть, можно посидеть, поесть. Вначале думал рис купить, сварить, а потом думал, зачем. Куплю-ка я плов. Куплю-ка я качественный продукт. Чем сам буду варить. Хлеба не стал брать, так как у меня халва, шоколад, то есть на десерт. Думаю, ладно, без мучного.
Ладно, еще с того десертика осталось. Помните, когда я там, по-моему, в среду снимал? Урахисовая халва. Темный шоколад, горький. Сейчас космос улечу. Просто темный шоколад со сладкой халвой — это просто шедеврико. Да, арахисовая халва вкуснее, чем из подсолнуха. Вот тут арахис даже виднеется. Вкусно, ничего не скажешь. Все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто на высоте, просто бомба, в общем.
как всегда.